Ігаль Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик з нами на зв'язку. Пане Ігалю, вітаю вас. Да, приветствую. Зі слів міністра Резникова, це ще не український контрнаступ, це ще підготовча певна операція. Що це означає? Тобто ми ще в передчутті головних подій на лінії фронту? Слушайте, если мы в прошлый год вспомним, например, после освобождения Херсона, весь процесс контрнаступления там началось еще в конце июня, начале июля, а освобождение произошло к концу года. То есть прошло около 4-5 месяцев всего этого процесса, чтобы город освободился. И вся эта часть как раз тогда берега Днепра. У нас масштаб был меньше, территория меньше, все меньше. Уже только это указывает нам, ну то есть если вы, например, человек не военный, да, и наблюдаете за войной на востоке, на юге, продвижение украинских сил, нужно понимать, что это процесс не на неделю или две. К сожалению, у нас война медийная сегодня. У Украины нет той привилегии, которая была у многих других там, государств в войнах прошлого, когда можно было тихонько работать. Война медийная, все сидят, наблюдают за этим, и приходится официальным представителям власти Украины комментировать фактически такие вот рабочие моменты. На самом деле это рабочие моменты. Все, что происходит сейчас на фронте, на юге, это рабочие моменты. Да, конечно же, это занимает время, будет занимать много времени, и это никогда не вопрос дня, недели и даже одного месяца. Поэтому не нужно сидеть и ожидать, наблюдать с попкорном, как, не знаю, как будто какой-то футбольный матч, что вот сегодня что-то началось, завтра вам покажут красивую картинку, послезавтра сразу все территории освободят. Нет, это процесс долгий. Особенно разрушение логистики на юге. Мы знаем, что сейчас после ударов по мостам, которые произошли вот несколько дней назад, так вот мы понимаем, что Украина сейчас начинает работать по их логистике, чтобы развалить все их снабжение из Крыма, южной группировки, ну, оккупантов. Это процесс очень долгий, потому что развал логистики – это никогда не вопрос недели или даже одного месяца. Зрозуміло, що цивільні не мають жодного права диктувати якісь умови військовим, як їм діяти і все інше, але з боку політично-військового керівництва України час від часу, особливо минулий рік, ми чули заяви про те, що в Крим війдемо до кінця літа, до кінця весни, тому тут запит теж зрозумілий і, можливо, це така певна реакція на всі ці події. До речі, як ви гадаєте, чи зуміли українські Збройні Сили скористатися отією колотнечою, часом оцієї колотнечі, яка відбувалася в Росії, ці походи вагнерівців на Москву? Чи цей час корисно використався Україною? Посмотрим. Мы пока рано говорить. Это буквально вчера только завершилось. Вообще, все любые те или иные процессы, они никогда не занимают, опять же, день или два. То есть мы буквально, наверное, через неделю только сможем сказать. Как мне кажется, да. Вот, как мне кажется, да, но опять же у нас еще мало очень времени прошло, чтобы какие-то точные давать здесь ответы. З цим зрозуміло, але, власне, про наслідки можемо говорити взагалі цих подій в Росії? Чи поки зарано? Поки треба подивитися, які там процеси відбуватимуться? Кадрові, інші, де там той Пригожин опиниться? Да, ну, кстати, вот только сегодня утром появились как раз кадры того же Пригожина, вот, то есть у нас пока просто, опять же, мало информации, чтобы понимать этот провал его мятежа, чем он закончился, вот. Более того, я почти уверен, что это прелюдия каким-то более таким вот масштабным вот, событиям, которые в России будут происходить. То есть это не какое-то было сиюминутное явление, то есть вот что-то там произошло и закончилось. Вот. Что мы еще увидим. То, что называют российский бунт бессмысленный и беспощадный, мне кажется, мы еще это увидим в этом году. Ну, але просто, чи можна говорити про те, що Пригожин – це фасад всіх цих подій? Що це може бути протистояння, наприклад, фантазую, між ФСБ і ГРУ, умовно кажучи? Не, ну очевидно, что это противостояние, вот, очевидно, не, ну то есть это очевидно, то есть это не какая-то там постановка или инициировка, как говорили, вот, нет, это его, действительно, его мятеж, он действительно был подавлен, то есть ему уже сейчас есть подсчет уничтоженной техники с обеих сторон, с российской и российской, то есть у нас биты вертолеты, самолеты, и пригожинские тоже, там есть что-то около 5-6 единиц техники, как раз вагнеровцев, которые были уничтожены. То есть они не двигались там, безнаказанно, вот как сначала это показывали. То есть по ним велся огонь, наносили удары и так далее. Поэтому нет, это никакой не спектакль и так далее. Действительно был мятеж, который был действительно подавлен. Ну, але якщо подивитися на втрати техніки, то в регулярної російської армії вони більші, навіть по тих же літаках. І що дуже цінно для нас, це по пілотах, теж дуже важливо, що менше їх буде летіти нас бомбити. Як гадаєте? Да, очевидно, конечно же. Вот. Но Кулеб очень хорошо это вот обозначил, когда его спросили, да, украинский министр, что любые события там в России это выгодно Украине. Это действительно так. Тут даже глядя на то, что они не дошли до Москвы, и в конце там, Лукашенко договорился с ними и так далее, вот, минус техника. Все эти летчики, все эти самолеты, все эти вертолеты могли быть в Украине. Даже эти 5 единиц техники пригожинской тоже могла быть в Украине. Украине и так далее. Ну, понятно, это не сравнительно с потерями вертолетов, на те же К-52 и так далее. Да, это большие потери, вот это дорогостоящие потери. Особенно учитывая, что какие-нибудь эти К-52 это относительно штучные машины у них. Их всего у них было около 100 штук. Украина сбивает. Сейчас пригожинцы сбили. Вот. Давно уже не 100 штук, а меньше. Я нещодавно знімав для новин наших сюжет по ці К-52. Ох, говору було з боку росіян про їхню незнищенність і все інше. А коли заглибитися в деталі, як все це конструювалося, яка там броня і чи броня взагалі, то ну, дуже багато аспектів цікавих в лапках для нас. Вагнерівці у Білорусі, наскільки це реалістичний сценарій? Чи все-таки це висилка, на вашу думку, більше для самого Пригожина? І ймовірність спроби якогось їхнього наступу, прориву через кордон в Україну, саме з боку Білорусі. Це все-таки більше про казки чи про можливий реальний сценарій? Нет, это бред. Нет, очевидно, что военные рассматривают все сценарии. Вот, есть вероятности. Ну, то есть вероятности любых сценариев, конечно же, существует, но со стороны атака снова Беларуси, вот, это минимальные какие-то шансы. Особенно в случае того, что северные рубежи Украины заминированы, подготовлены и так далее. То есть там не то, что спокойно в проходной двор можете спокойно входить, выходить. Вот. Нет, это разгоняют о том, что там переброска вагнеровцев в Беларусь. Плюс вообще бред, что это все специально был спектакль для того, чтобы перекинуть туда вагнеровцев. Нет. Вот это так, это ради заголовков, вот, бредовые идеи. Яка буде подальша доля, на вашу думку, кадирівців, які, зокрема, знялися з певних позицій, це офіційно підтверджувалося в українськими збройними силами, і вони там відправилися за вагнерівцям гнатися, ніяк не могли догнатися. Тобто повернуться назад, не повернуться? Не, вернуться, но тем более это все равно это ограниченные были группировки на самом деле, вот, в количестве. Это не то, что какие-то армии снялись или так далее. Вот. Ну, тут плюс потеря управляемости или развал там, фронта, то, что называется, и так далее, тоже такого не наблюдали. Ну, это связано с тем, что меньше суток длилось противостояние. Вот. Если бы оно длилось дольше, тогда да, можно было бы говорить о каких-то эффектах, там, повлияло бы на вооруженные силы, на фронт и так далее. Вот. Но, к сожалению, это очень быстро началось, быстро закончилось. Если бы оно хотя бы неделю продолжалось, тогда тут бы выгод для Украины было бы намного больше. Тим не менше, ми не побачили жодних ворогів, аби з певних позицій знімалася регулярна російська армія. Чи, в принципі, в них є такі резерви на території Російської Федерації, що навіть у випадку просування чи там наближення вагнерівців до Москви, вони би мали можливість якимись іншими структурами закрити, умовно кажучи, і цей внутрішній фронт? Ну, конкретно в Москві це ФСБ-срочники, вот, Росгвардия. То есть это, регулярной армии нет, особо не было. Вот. Но тоже, если мы берем оккупационные силы в Украине, это у них не все 100% оккупационных сил сидят прямо на фронте. Тем более у них, конечно же, есть резервы, несмотря на украинское наступление, вот, они еще не задействовали все свои резервы, которые у них есть. Вот, поэтому какие-то силы у них были. Но, кстати, вот, опять же, вот в районе как раз того же Ростова фактически сопротивления не было. Но вот те силы, которые готовились в Москве вот, встречать пригожинцев, видимо, да, готовились действительно. То есть ФСБ, Росгвардия и срочники. Так от, власне, це трохи дивно виглядає, чому ніякого супротиву у тому ж Ростові було, чи навпаки не дивно. Чому? В Ростові чому не було спротивлення? Угу. Власне, я про це питаю. Я не знаю, шок-эффект. Ну, то есть двигается колонна, как бы, ну, для них это колонна российских войск. вот, вошла. То есть только после того, как они начали понимать, что это действительно мятеж, когда он официально это заявил, когда он сам заявил, сам Пригожин, что он сбивает вертолеты, самолеты, когда выступил Путин и заявил о том, что он приказывает подавить мятежников, то есть это было приказано вот четко, начались удары, в том числе авиации. У нас есть кадры, как раз появились, когда самолеты, авиаудары. Вот. Начались авиаудары по их колонии. Но при этом не было никаких свидетельств стрелковых контактных боев, чтобы где-то пытались их колонну встретить и вот начать на бой с ними, но да, наносили удары вертолетами и самолетами. Вот. Как минимум, кстати, есть одни кадры видеофиксации, где именно самолет наносит удары по пригожинцам. Вот, то есть, в том числе, почему этот бунт и подавили. То есть, видимо, сам Пригожин понимал, что особо так его колонна до Москвы не доедет, потому что будут работать самолеты, авиация российская по его колонне. Если мы посмотрим на кадры этой колонны, уже, кстати, вчера появились подробности, еще кадры как раз их движения, легкая техника. Там двигались всевозможные, в том числе гражданские автомобили, то, что называется, технички, вот эти тачанки, вот, пикапы с пулеметами. Вот. Все это легко, очень, очень тесно, машина за машиной, растянутая в длину колонна. Очень легко эту колонну вот, с воздуха обработать, уничтожить. Видимо, Пригожин рассчитывал на то, что сопротивление будет абсолютно нулевое, то есть и авиация в том числе не будет работать по его силам. Добре. Про інші новини повідомляє нам СБУ про те, що зірвано вже 2 спроби російських спецслужб розвідати оборону Південно-Української атомної станції. Прес-центр СБУ оприлюднив фотографії цих шпигунів чи найманців, які хотіли все це довідатись, переписки і все інше. Їм ЗАЕС мало. Для чого вони цю інформацію розвідують саме про Південно-Українську атомну станцію? Слушайте, ну это же вообще бич, как бы вот это, так называемые ждуны и информаторы постоянно обнаруживают, кстати, пару дней назад тоже под Одессой были, когда обнаружили в Херсоне, в Херсонской области тоже, вот, в том числе, там, кстати, не только атомная электростанция, там и как был конкретный такой информатор, который, его цель была выискивать и передавать информацию насчет леопардов и Брэдли, то есть западного вооружения и так далее. Вот. Ну, атомная электростанция то же самое. То есть мы прекрасно понимаем, что сейчас это для них главная точка шантажа для оккупантов. Поэтому, кстати, тоже еще вчера появилась информация о том, что Уданов говорил, что у них есть точная информация о том, что сейчас заминировано, да, и так далее. То есть, мне кажется, мы дальше будем еще видеть немало таких вот ситуаций, когда те или иные у нас есть. Вот, ну, все, что касается атомной электростанции. Підрив Запорізької атомної електростанції, знову ж таки, підготовка цих процесів завершилася, як кажуть, в головному управлінні розвідки. Біля 4 реакторів атомних і 6 стоїть техніка з вибухівкою. Наважиться Росія, не наважиться? Чи так питання не стоїть зараз? Я думаю, так не нужно ставить как бы, этот вопрос, потому что после Каховской плотины можно что угодно их ожидать. Просто, опять же, я не хочу ни в коем случае преуменьшить ущерб, который будет после взрыва атомной электростанции, но с точки зрения ущерба долгосрочного, вот как и гражданским, так и экологии региону, взрыв плотины намного страшнее был, чем будет взрыв той же вот, атомной электростанции. Звучит как бы страшнее, казалось бы, да, тут плотина и вода, а тут как бы атом, но взрыв Каховской плотины, так своим разрушением и эффектом, фактически как использование тактического ядерного оружия вот, в Украине. Ну, по своим как бы, влиянию на окружающую среду, вот, на гражданских людей, там, эвакуация все вот это, и так далее, погибшие. Вот, поэтому после того, как мы знаем, что они отважились и решились все-таки взорвать плотину, я от них абсолютно чего угодно ожидаю. То есть это... Плюс нужно понимать, ведь они для чего-то заминировали, шантаж. То есть если они заминировали, значит они могут и подорвать. Вспомните, что та же самая информация еще в прошлом году, в том числе, кстати, от ГУР была, и сами оккупанты этим бахвалились, что они заминировали плотину Каховскую. То есть они прямо так и говорили, да, мы заминировали и так далее, вот, и разведка предупреждала. Ну, в конечном итоге, что мы видим? Они заминировали и в конце взорвали. Вот, поэтому здесь может вполне то же самое быть. Буданов не просто так вчера сказал, это, кстати, было опубликовано в том числе на сайте ГУР, о том, что наиболее опасная ситуация, вот, то есть максимально опасная ситуация с Каховской, не с Каховской, с атомной электростанцией Запорожской. Звісно, що ми не хочемо нагнітати, але ми маємо бути реалістами і відверто говорити. Просто, опять же, тут нет нагнетания, це просто цитата тих же ГУР і Буданова, опять же, це опубліковано було вчора офіційно. Абсолютно, з вами погоджуюся. З нами на зв'язку був Ігаль Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик. Дякую вам за бесіду.